лита, многое лита, многое лита, многое. Кто твори, Господи, многое, многое лита, многое лита, многое лита, многое лита, многое. Всех благ вам земных и небесных от Господа Бога нашего. Спасибо, что вы слышали. Спаси Христос. Новое песнопение. Я слова скинул. А где-то не видать их. Паля, иди черная, ступай. Ты мешаешься тут, иди потом придешь. Вот и кончился год наш учебный, и никто нас не гнал и не бил. Воспоем мы Христу ген хвалебный, что нам место сие сохранил. И даст Бог, мы увидимся снова, светлый зал нас опять соберет, чтоб услышать нам Божие слово. Бог детей своих любит и ждет. Бог детей своих любит и ждет. Расстаемся на целое лето. Низкий-низкий земной вам поклон. Вы позвольте, мы многое лето на прощание вам пропоем. На прощание вам пропоем. Наш наставник учил нас немало, со слезами бывало порой. Жизнь, конечно, его потрепала, но не мыслит он жизни иной. Постоянно всех нас он тревожил, никогда никого он не спил. Все сочней, все свежей, все моложе, своим сайтом весь мир покорил. Своим сайтом весь мир покорил. Расстаемся на целое лето, низкий-низкий земной вам поклон. Вы позвольте, мы многое лето на прощание вам пропоем. На прощание вам пропоем. И под занавес жизни храмину он свою никогда не берег. Заложил он такую всем мину, что никто по сей день не поймет. Православный друг сайт и библейский удалось воедино слепить. Дух сектантский и дух фарисейский дух Христов удалось претворить. Дух Христов удалось претворить. Расстаемся на целое лето, низкий-низкий земной вам поклон. Вы позвольте, мы многое лето на прощание вам пропоем. На прощание вам пропоем. Расстаемся на целое лето, низкий-низкий земной вам поклон. Вы позвольте, мы многое лето на прощание вам пропоем. На прощание вам пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето.
Спаси Христос. Аллилуйя. А которые я послал там картинки, которые и видео, которые как в университете идут занятия, не воспользовались еще? Да нет еще. Хотелось бы тут с братьями хором спеть. Вот. То есть задержка будет такая. Ну ладно. Ладно. Это большое дело. Не на одного человека замашку сделали. Ну что, вопросов нету больше? Будем молиться. Назначайте тогда, Игнатий Тихонович. Да, я сейчас назову, кого тут я увижу. Понравится мне на это. А вот Антоний Ермолин. Давно молился он, нет? Антоний, вы здесь? Видимо, нету у него микрофона. Отошел, наверное. Да. Я здесь, Игнатий Тихонович. Микрофон просто долго включался. Слава Христу. Ну, вы знаете, что пропоют сейчас, что нужно. И кратко помолиться. На память это останется нам. Поблагодарить Бога и прославить Святую Троицу в конце. И когда будете говорить «Аминь», знаете, что все, кто скажут «Аминь», они как бы приобретают сказанное вашими словами. Во славу Божию! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть яко во истину, блажите тебя, Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, я благодарю Тебя за день сегодняшний, за все милости и щедроты Твои, которые Ты даешь нам по молитвам нашим, Господи, за то, что Ты дал встретить нам наставника нашего Игнатия. Да будет ему многое лето. За то, что дал ты восприемника мне, Игоря, который довел меня до купели крещения. За учителей, которые учат нас Слову Твоему Божьему и правильному пониманию Его по святым отцам. Господи, благодарю Тебя за общину, за церковь чистую, которую Ты дал увидеть, за то, что Ты учишь любить нас заповеди Твои и с Духом Святым идти ко Царствию Небесному. За все Тебя благодарю, славлю и воспеваю великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы озвучиваем занятия, какие я вел в Потеряевке с первого года, тематические. Научи нас оправданием Твоим. В этих словах заключается великое пророчество, о котором Давид мечтал, когда же оно исполнится, Псалом 31.1. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Об этом наш Спаситель Господь Иисус говорит так, Матфея 13:17. Написано: Христос, ты пощадил.